Чё, всем здрасте, Иринка сегодня ест гречку и вот такой салат. Ведь у Иринки тарелка маленькая, а салат большой. Салат из свежей помидоры и огурца со сметаной. Всем приятного аппетита. А гречка? Гречка. С тушенкой. Ну, забыл, как главпродукт называется. Тушенка. Кто-то любит гречку на кефире, а Иринка любит гречку с тушенкой. Вкусная гречка. Вкусный помидорный салат. А, ты там писал в психушку, мне пора. Не, не пора. Мы уже обращались, не берут. Говорит, Ирина Сергеевна, вам еще рано. И без хлеба. А почему без хлеба? Потому что нету. Даже майонеза нету, представляете, кончился. Так что приходится салат со сметаной. Какая все-таки вкуснотища. Помидорка была гигант. А кому не нравится, можете не смотреть. У кого отвращение вызывает. Польем соком помидорным. Было вкуснее. Вот это прелесть. Огурцы магазинские, помидоры тоже. Mm.
Какая все-таки вкуснотища. Как голубцы хрустят, слышите? Не хочешь оно идти в ложку? Ну, это просто божественно. Особенно салат. Ну вот, Иринка, короче, уже практически доела салат. Осталось совсем чуть-чуть. Да. Доела гречку. Гречка вкусная была. Всем спасибо за просмотр, а кому не нравится мое спасибо, идите на хутор бабочек ловить. Вот так я вам скажу. Какая там особа писала. Ой, только не знаю слова. Спасибо, привет. Не нравится, не смотри, еще раз тебе сказала. На этом пока.